контроля, потому что вот этот механизм, который называется ФАТ, который затеян в 99 году якобы для того, чтобы контролировать преступные деньги от торговли оружием, наркотиками, людьми, значит, вся эта деятельность криминальная прекрасно продолжается. Ну и от терроризма, естественно. Терроризм финансируется Соединенными Штатами. Замечательно. В процессе либерализации, между прочим, валютного обращения мирового. Именно это будет происходить. Либерализация. Потому что самые либеральные либераторы, которые объявили либерализм своей юридической реформы. Вот так вот. Ну, а потому что такая, что Израиль — это социалистическая страна. Она возникла, но надо просто вспомнить, как сионизм пролагал себе путь. Он с помощью социалистической идеологии прокладывался. И никаким другим образом Израиль создан просто не мог. Вот, и все это рушится на глазах. Значит, потому что, в принципе, Израиль находится к тому же макрорегиону, что и Франция. Не будет больше вот этого избыточного допинга, на котором можно существовать. А в Китае между многими полюсами. Потому что ведь многополярный мир — это не мир войн между этими полюсами. Привычка воевать друг с другом — это сугубо западноевропейская привычка, идущая. И вытащил раненого. Под продолжающимся обстрелом оказал ему первую помощь, чем спас бойцу жизнь. Затем Бородилин развернул резервную станцию. Связь с командованием была восстановлена. Создали как бы правительство вот вместе с ней для того, чтобы, я так понимаю, так сказать, устроить какое-то там подобие параллельной власти, и оттяпать это дело. Вот теперь уже как бы понятно, что это будет на Украине. Но еще один вывод касается, значит наших, что называется, братьев в украинских пространствах. Ваши попытки, хочется сказать, договориться с Зеленским абсолютно бессмысленны. Еще раз говорю, первое, это люди искренне ненавидящие. Это, значит, в худшем случае или в лучшем случае не понимающие православных христианства. Это люди, выполняющие чужие команды, команды тех, кто будет разрушать. Вот. И плюс ко всему, их моральное облик, нравственное, да, их духовное состояние. Идеология греческого государства, города-государства, греческого полиса. Вот в греческом полисе живут граждане, в отношении их действуют законы. За пределами греческого полиса живут варвары. Вот. А в отношении варваров законы не действуют никакие. Да, они почти животные, они приравнены к животным. Другой вопрос, что украинцы сами по себе этого не понимают, а понимать не хотят. То есть, они себя отдали на заклание. Ну и все, что же делать? Вас раз отдали на заклание, значит, вас соответствующим образом и будут мучить, рвать на себе на части, да, истязать и прочее, прочее. Вот. А для Зеленского, еще раз говорю, да, ну он сам этого не понимает, это видно. Он вообще как бы не в теме. Вот он такой себе, да, вот, выскочил откуда-то, неизвестно откуда, да, сам ничего не понял. Потрясающе просто. Это то, что добывали разведку, информацию добывала. Теперь, пожалуйста, война в газетах. Ну да, да, вот удивляет, но в том числе потому, что это становится, ну, во-первых, опять же, отчасти вокруг нас масса дезинформации, просто масса, внутри и вовне, как бы, ее огромное количество, плюс еще больше просто, ну, слухов, типа, вот слышал звон, да не знаю, где он, каждому надо выпрыгнуть из штанов, что-то, так сказать, тоже из себя изобразить там, ну, и что-то как-то вот там, да, задвинуть какую-то свою новость или интерпретировать чужую и так далее. Ну, а плюс ко всему, действительно, ну, вот пиар-эффект, понимаешь, вот от этих всех заявок, мы живем в эпоху, когда вот общественное мнение стало очень важным, поэтому воздействие на него через те или иные информационные кампании, как бы, оно становится тоже фактором войны. Вот
Поэтому гораздо больше информации в публичной плоскости, да, оказывается в общей. От 50 метров от здания детской больницы, как отметил факт Донецкий Сибирь, есть жертвы, да, уточняются укрытым повреждено остекление в здании школы и детского сада. Танкусы выпустили бойцы из города 10 снарядов ФСЗО. Российские военные группировки войск Запад не допустили переброску резервов армии Украины на Купинское направление, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зубинский. Группировка войск Запад. Интересы глобальных корпораций, для которых и Америка тоже становится инструментом. Вот это какие-то, так сказать, то, что многие считают, там, называют конспирологией и так далее, да? Но это в значительной степени правда. Вот против этого Трамп выступал. Он не выступал за более слабую Америку. Он понял, что можно над нашими странами можно договориться и по-другому. А по китайцам он в первую очередь, значит, это самое бомбил, потому что вот Китай.